ребенок. Да. Ходила к нам племянница, она уже купила у нас вот такие вот пенальчики. Такой купила два пенала, да. У нас тут фотостудия. Привет. Всем привет, ребят. Смотрите, какая у нас погода. Дождик сегодня. Девчонки собрались в магазин, да. А ты можешь вот эту зеленую надеть, она как раз не промокает. Вообще-то вы должны взять зонтики. Обязательно. Пойдут купят хлебушек. Оказывается, хлеб у нас закончился, даже завтракать нечем. Что, хлеб, молоко? Купи хлеб, молоко и хлопья, да. Потом сегодня вечером мы с папой пойдем в магазин за продуктами. Вам 20 франков хватит. Да? Все? Бери тоже зонтик. Все, давайте. Привет. Нет, Макс еще спит. Что-то он сегодня у нас за Соня. Обычно у нас Каролина спит так долго. Ой, Каролина. Туда ложи. Видишь, я говорила, что хватит. Ну, туда положи. Холодно на улице? Да, мои. Прохладненько. Промокли? Ты что? Я вот эти надела. А, ну, конечно, тряпочные надела. Мама, знаешь, вот. Да, вот этот хлебушек. А теперь его нужно в духовку. Да. И на 180 градусов. Ух ты, какой Ксюша завтрак нам приготовила. Умничка. Смотрите, ребят. И Каролина помогала. Я чуть-чуть хлеба отрезала. А хлопья вкусные хоть? Да, это с сахаром. Хорошо. А что с хлебом случилось? Ученьки оторвала. А, так нужно порезать, а не оторвать. Я его чуть-чуть отрезала, потому что не умещалась в тарелку. Ребят, я никак не могу оторваться от новой серии. Уже пересматриваю ее третий раз. А, это Decide Band? Да, это Decide Band. А откуда ты знаешь? А я тоже смотрю. Я хочу выиграть в конкурсе. Я тоже, я уже свой ответ написала. Скажи мне, какой ответ? Нет, сама смотри. Смотри и считай. Я уже посчитала и написала ответ. Ребят, может быть, вы мне поможете? Я уже смотрю третий раз, и у меня всегда разные цифры получаются. Раз у нас отключены комментарии, то переходите на их новые видео и пишите в комментариях правильный ответ. Только смотрите внимательно. Сегодняшним днем решили стать ближе именно к тебе, наш любимый зритель. Так что подготовили для тебя небольшой сюрприз. Смотри внимательно. Поехали! Ну что, а я буду смотреть четвертый раз. Встречаемся в комментариях у Decide Band. Ссылка в описании. Ребята, у нас золотая корона. Ура! Цветочки. Зелень какая-то. Тут ушки еще были, но они мешали, и я их сняла. Как вовремя не уйти. У нас дождик пошел. Да. Дождик пошел. Мы пойдем. Так что сегодня мы не пойдем на улицу. Будем целый день дома. Ну что, будем играть? Давай я сажусь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Где они? Так. Так. Тут никого нету. О, кого я там слышала? Так. Кто тут? Где это? Вот ты где! Кто там? Кто там? Что ты орёшь, Макс? Что ты орешь? Привет! И теперь я. Да, теперь вы будете считать так. Да. Садитесь.
Ты, Макс, а я ты. Нет, ты и Макс будет искать. Не будет она. Маргарита. Нет, они меня нашли. Это Макс нашла. Нет. Это не я. Макс. Это Макс нашла, нет, я. Это я. Ты. Я, ну я не хочу больше играть. Вы смотрите свои видео? Прошлогодние. Первое сентября. Первый день в школе, да? Мы сегодня сидим дома, потому что у нас дождь. Да, я уже говорила. Да, поэтому. Когда ты говорила? Я и Макс играли, потом я. Ты снимала сама, что ли? О, понятно. Кстати, ребята, девчонкам в лайки дали корону. А где я была? Что-то я не слышала, как ты записывала. Да, вот эти включи. Кстати, да, ребятки, дали сегодня нам корону. Каролине тоже корону дали. Поэтому теперь многие уже не будут писать, что вы фейк. Потому что многие писали, что вы не настоящая страничка, то, что у вас написано, что вы в России живете. Да, но нас администрация так переставили, да, подумали, что так будет лучше, так как мы русские, поэтому сказали, что лучше, если вы будете в России в рейтинге. Поэтому нас переставили. Потому что мы в Швейцарии всегда первое место. Да, и теперь... У девочек есть корона, и все знают, что мы настоящие, что они настоящие, да. Настоящая страничка, вот, поэтому вот так вот. Девочки, вам посылка пришла. На, открывай. Там сюрприз. Такие хотела? Угу. Точно, посмотри, да. Может, не такие. Да, померить. Точно такие, померить? Угу. Ну, здорово. Жалко, Ксюше не было размера. Там самый маленький, 36-й. Давай. Так что Ксюшке нужно немножко потерпеть, да? Зато Ксюше я взяла футболочку. А, еще я взяла вот такие вот шортики ей. Посмотри по номеру. 12. 10. Значит, а Ксюше 10, тебе 12. Да. Ксюше 10. Да. Нравится? Да. Я не знаю, Маргарите подойдут ли они или нет. Размер на 10 лет. Да, 9-10 лет. Ну-ка. Покажи. В общем, здесь размер 35-39 подойдет. Или 36-39. Надо померить. Здесь получается 6 пар. Удобные? Угу. Ну все. Ходит под штаны. Ну вот как раз под шортики тоже. Да. Я специально шортики взяла такие разноцветные. Я думаю, шортики тоже будут как раз на лето, да? Да. Ходит? Ну, здорово. Раз тоже. Угу. Ну, хорошо. А я себе, кстати, тоже взяла такие. Такая же марка, но они оказались мне маленькие. Кстати, это размер. И размер 39. Вообще у меня размер 39, но это, видимо, маломерка. И поэтому мне нужно отправить обратно и взять 40-й, да. Потому что прям вот пальцы вот здесь вот прям впритык упираются в стеночку. Мне так не нравится. Мне нужно, чтобы у меня посвободнее были. Поэтому какой мне придется вернуть. У тебя посвободнее, нормально? А, ну все, тогда хорошо. В общем, мне нужно отправить обратно и поменять. Они такие красивые глянцевые. Да, они здесь вот такие, как это, лакированные, не знаю. Так что, как раз? Нет. Нет? А ну-ка, померяй 36-й. Да. Маргарита, дай ей 36-й, чтобы она посмотрела, да. Насколько они... Если не сильно большие, то я тебе куплю вот такие. Это. Вот это. Посмотрим. А я вот это. Маленький. А вот подожди, осторожно, пяточку не мни. Так надо. Вот. Чё? Сильно большие? Ну-ка, пальчик подними. Вот здесь вот пальчик. Вот здесь вот? Да.
Ой-ой-ой, вот так целое. А у тебя где палец, Маргарита? Покажи. У Ксюши вот такой? Да. А у меня вот такой. Где-то вот такой. Ну, походи, ну-ка, встань-ка. Нужно. А если затянуть посильнее? Вот так вот. Да. Хорошо? Угу. Да-да, ну-ка. Закажи ей тоже. Ну-ка, со стороны посмотреть, чтобы они не казались тебе огромными. Ну-ка, боком. Боком встань в сторону, так, да боком. Нормально, да. Они она, не огромные. Не огромные? Нормально. А, ну все тогда. Тоже закажем. Тогда тебе 36-й. Взять тебе 36-й? Да. Точно? Ну, ты будешь носить их года два точно, если не больше, пока у тебя они... А пока они тебе не станут маленькие. Маленькие. Да? Кто Украина будет? Ну, хорошо, я тогда закажу тоже. Я просто не знала, я думала, 36-й очень огромный тебе будет. Это... Такие... А 39-й тебе большой? Это сильно большой. Конечно, это большой сильно тебе. А что это у нас Ксюша уснула здесь? Устал ребенок. Ну, во сколько сегодня встала утром? Сколько встала? Она рано встала. Рано? Да. Вот она на каникулах рано встает, а потом спит. Тьму еще ротой, смотри, как она лежит. Ладно, пойдем кушать. Пойдем мы покушаем. Пока Ксюшка тут пускай отдыхает. Все, пошли. В общем, ребят, смотрите, мы получили контракт, наконец-то, от нашей почты. Поэтому мы уже можем начинать продавать на нашем сайте, в нашем магазине. Раньше мы этого не могли сделать, потому что не знали, сколько будет стоить отправка. Здесь уже все написано. И за отправку берут они недорого. Нам снизили цену почти, ну, в половину, в два раза точно снизили. Да, за отправку в другие страны по всему миру, поэтому будет лучше. Сегодня приходила к нам племянница, она уже купила у нас вот такие вот пенальчики. Такую купила два пенала, да. Купила вот такую вот радугу и вот такую вот радугу купила. Вот, так что мы сейчас будем фотографировать, загружать фотографии на наш сайт. Да, и будем выставлять цены. Да. Да, чтобы вы смогли уже покупать. Понятненько. Так что... Я думаю, что с понедельника, думаю, за субботу-воскресенье мы успеем все сделать. И с понедельника уже можете покупать. Еще заказали зайчика у папы на работе, его сотрудники, им очень понравился. Девочкам, не знаю, почему Мишка, мне очень нравится Мишка. Я бы Мишку купила. Да, я бы тоже Мишку купила. Заказали двоих зайчиков. Мишку пока еще никто не заказывал. Кому Мишка нравится? Мне очень нравится. Мне. Это мой Мишка. У нас тут фотостудия. Ой, какая милая фотография. Прикольно. Они такие милые. Мама, мы еще разные будем покупать. Или только надо еще в руки сделать, чтобы видели, какого оно размера. Улыбочку. Только нужно потом обрезать, чтобы моей руки не было с татуировкой. Вот это. Какой? Ты что там не уснула? Я тебя зову, ты не слышишь. Какой кулончик вы себе хотите? Что это такое? Вот это. Почерк? Вот это, да. Мне нравится вот этот. Да. А что? Я хотела спросить, какой кулончик вы хотите больше? Мороженка, донат или юникорн? Все? Ты себе выбрала best, а Маргарита friends. Вот, Маргарюш. Маргарюш. Что это такое еще, Маргарюш? Это что за имя такое новое, Маргарюш? Маргарюша? Маргарюша. Что? Тебе твой кулончик. Маргарюш. А здесь застежечки разные, смотри, я заметила. Вот у мороженки вот такая вот застежка. Сейчас, подождите, что-то фокуса нет. Фокус. Фокус-мокус. Давай сейчас вот так вот. Вот, смотрите, какая застежечка, видите, у мороженки. А у донатс и у донатса и у юникорна, да, у единорожков, у них вот такая вот, которая, знаете, да, шарики такие вот. Вот, поэтому мы сейчас делаем фотографии, загрузим и выставим цены и все такое. Посмотри.
В Инстаграм еще мне нужно загрузить, да, чтобы была цена, чтобы знали, сколько стоит. Вот, девчонки, надели. У нас такие шармики есть, мам. Да, у нас такие шармики есть для слайма, да. Но они делают шармики, а потом прикручивают такой вот гвоздик и вешают как бы старенцы. Вот, так что теперь будут ходить с этими мороженками. Покажи. Маргариты Friends. У Ксюшки Best. Все, ложимся спать. Мы тут так и оставим, не знаю, Илю. Я вот это вот уберу. Так. Вот это я заберу. Она размоталась. Ксюнчик у нас спит уже. Ксюша нас долго не выдерживает. Она рано ложится и рано встает. Это наш жаворонок. Да? Так, ладно. Продолжать будем завтра. Все основное мы уже сфотографировали. Теперь останется только выложить на страничку и все. Зубки чистила? Да. Ну все тогда. Я тоже спать. Не надо. Давай ложись нормально, не надо ложиться ни на кого. Начинаешь. Потом будет шея кривая, спина кривая. Давай я его уберу лучше. Тебе мешает. Нормально, ложись ровненько. Все. Все, спокойной ночи. Пока. Пока-пока. Все, пока, ребятки. На сегодня день наш заканчивается. Время 3 часа. Завтра будешь спать точно до обеда. Да? Все, ладненько, все, всем пока-пока. Спокойной ночи.